В Чебоксарах открыла школа молодого педагога. Это новый проект разработали в региональном министерстве образования. Учить выпускников педагогических вузов будут не грамоте, а правовым основам и культуре общения с учениками. На открытии курсов побывал и глава республики Михаил Игнатьев. Начинающие преподаватели словно дети на уроке. Им постоянно приходится решать сложные задачи. Обычно этот период длится более 2 лет, но преодолевают его далеко не все. Одно дело на практике работать, другое дело совершенно реальной жизни, когда за твоей спиной уже никто не стоит, только ты отвечаешь за судьбу ребенка. И здесь очень важно, еще дети же проверяют молодых учителей. Они любят иногда чересчур жестко проверять наших учителей, поэтому к этому тоже надо быть готовым. Этот период ребенок должен развиваться, получать профессию, вернее, получать знания по тем или иным предметам. А у молодого педагога вполне возможно не все получается. Начинающим преподавателям снова придется сесть за парты. В этой школе уроки им будут давать более опытные коллеги. В копилке ведущих курсов престижные награды и только проверенные методики. Адаптироваться к новой работе молодым специалистам они помогут меньше, чем за год. Уже весной начинающие преподаватели сдадут своеобразный экзамен и презентуют свои наработки. Делаю для себя, конечно, какие-то выводы и заключения на будущий год. Знаю, что какие-то моменты на будущий год я бы сделала по-другому. Может быть, провела бы 1 сентября иначе. Что-то добавила, чего-то не проводила бы. В процессе работы сразу рождаются новые идеи, перспективы, планы на будущее. С детьми надо дружить, понимать их, вот, заниматься воспитанием их. Не только родители должны воспитывать детей, но и учителя. Слушателям курсов глава Чувашии пожелал профессионального роста. Квалифицированные специалисты сейчас просто необходимы школам. Я благодарен вам за то, что вы на самом деле пошли работать по своей профессии. Мы анализируем ежегодно. Государство тратит огромные средства для того, чтобы учителя были с большой буквы и обучали молодое поколение новым современным знаниям. В регионе начинающим преподавателям поэтапно увеличивают заработную плату и субсидируют ипотечные кредиты. Количество молодых специалистов в школах Чувашии растет. Только в сентябре в учебные заведения республики трудоустроились более 130 выпускников. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.